Здравствуйте, уважаемые цветоводы! В этом видео я хочу еще раз вам напомнить о том, как правильно высаживать петунью, которая находилась вот в таких горшочках P9. Естественно, в таком горшке ей невозможно дальше развиваться, и она требует пересадки или же в грунт, или же в горшок. Конечно, на эту тему достаточно уже видео снято в интернете, но я считаю, что еще раз напомнить о правильной посадке лишний раз не помешает. Обратите внимание, что у меня вот в этом горшке уже как будто бы посажена калибрашка или же мини-тунья. Ну, это у меня мини-тунья. Но на самом деле она не посаженная. Здесь все просто-напросто только подготовлено. Посмотрите, мини-тунья находится все еще по-прежнему в этом горшочке. Но здесь, в большом горшке, я сделала такое отверстие, куда я буду высаживать наше растение. Посмотрим на корневую систему и на само растение. Здесь у меня сугубо только одно растение. Вот, сейчас его вытащу. Мы посмотрим. Смотрите, очень хорошая корневая система, она не коричневая, белая. И именно вот таким образом это растение мы сейчас будем отправлять в лунку. Ком рыхлый был сам по себе, и корневая система достаточно прекрасно будет цепляться за новый грунт. Для того, чтобы растение дальше хорошо развивалось, необходимо следить обязательно за грунтом и проливать его водичкой регулярно, чтобы ком ни в коем случае не пересыхал. Побеги мини-туньи обязательно, по мере того, как они будут расти, продолжайте прищипывать, чтобы как можно больше образовывалось боковых побегов. О том, как дальше формировать подобные растения, я сниму обязательно еще одно видео. Ну, а в данной ситуации горшок с мини-туньей мы не выставляем на солнечное место. 2 дня она постоит у меня при рассеянном свете. Ну, а через 2 дня на 3-й уже можно будет ее вывешивать на постоянное место. Всем, друзья, желаю вот такого хорошего майского теплого настроения. Пусть ваши цветочки цветут пышно и радуют не только вас, но и ваших друзей, ваших соседей. Ну, а я с вами, как всегда, не прощаюсь. Говорю только пока-пока. До следующих встреч.